2023 году в областном департаменте торговли и защиты прав потребителей рассмотрели 605 обращений от граждан. Специалисты ведомства помогли сверхказахстанцам вернуть свыше 12 миллионов тенге, из которых 7 миллионов по линии розничной торговли. Департаментом за нарушение законодательства в сфере регулирования торговой деятельности были привлечены к административной ответственности 31 субъект предпринимательства. В том числе 6 субъектов предпринимательства были привлечены к административной ответственности за превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. В 2024 году аналогичные правонарушения совершили 13 субъектов предпринимательства. Они завышали цены на муку, рис, гречневую крупу, творог, сливочное масло и мясо кур. Предпринимателей привлекли к административной ответственности. Тесная работа проводится с департаментом торговли. С начала года по совместным материалам к административной ответственности привлечено 7 субъектов предпринимательства. Это 4 сети супермаркетов и 3 оптовых компании. Цены, по результатам работы цены были снижены. На брифинге также добавили, что в прошлом году был выявлен факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий. Прежде чем попасть к непосредственному субъекту торговли, товар проходил через 3 посредников, что сказывалось на увеличении конечной стоимости продукции. Розничную цену макаронных изделий в данном случае удалось снизить с 490 до 355 тенге. В другом примере, где работал аналогичный алгоритм, в сети супермаркетов с 2374 до 1710 тенге подешевела гречка. Дарья Пашманцева, Шарни Асыманов, МТРК.